Меняй все, что надо. Хант его, да, вот этот? Да, на ханте оружие сижу. Все ништяк. Вижу, что его огром не снимать надо. Рэл, а ты ДД спеки, да? Блять, хотел спросить у тебя про 4-4-5, да? Я вот думаю, заменить 10 этим ебучим блоком, блядь, на стабильные уже 4-4 на пульт. Ты не пробовал, не скажешь? Я говорю, у меня 2Т10, 2Т4. Я вот думаю, может заменить тебе, ну, на пулты. Да, да. Я за что и говорю. Ловушки снял толк или нет? У них в поле пауэра ни одного паладина нету. Я тебя держу в курсе. Да ладно, блин. Это... Причем тут нуб или нет, это удобно, в первую очередь. Сейчас я пушку выебу с БКшной, я когда вот ты на бьешь, можно купиться. Сбивать кокон. О, бля. Вот и не поменял. Боешки этот отказывается, да? Все вы будете слушать мне. Все равно нихуя не получите, да? А ты успел поменять тут? Ебать, ты мне Ауди Бухова напоминаешь, рот не затыкается вообще. Нет, ты в Hello Kitty у рейд попадёшь. Сейчас пару лайков будет, у тебя настроение испортить. Я с одного паука снимаю кокон, не даю ему кастовать. Я говорю, коконы заебали тебя. Ты кокон? Кокон. А где пипец надо прожимать, блядь, столько паладинов? У меня вообще ни одного бафа нету, так что прожата, блядь.
сколько? Часа 4 у нас где-то, да, уйдет. Хоть одну, да, получилось. Не может, он не видит флудилку. Да, ты его поставил, кушайте. Я ничего не бафаю, там три паладина есть. Я... Хорошо. Себе, как у нас ДЦ есть? ДЦ есть. Ты у него спроси, часто ли он так собирается лохаться, сразу. По себе бахнуть краску. Паладин краску. А по себе краску, да, я прото даю все. Кто не бафал паладинов, дайте краску по паладинам только. Ну башан нахуй, куда он съебался? Ману матова левитирую. Быстрого нажатия нету понту никакого, если ты, блядь, тебе КД попадает.
меньше танка есть ДПС? Нет. А чё ты лут не поменял? Кто тогда осколок спиздит? Да. Да я нажал. Подожди, я прибежал. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Да это не я. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить правды, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Блять, шама, молния, ёбаный рот. Да, по-моему... Мелония это кто, Лок? Да. А ты, блять, каких-то мобов левых бьёшь. Я репап. Дайте лапу, дайте сам. Я отошел, а хули он не переагривает первый раз. Меня немножечко отвлекли.
Боешка. Ты дороги не нюхал никакие? Беги, малышка, беги! Сейчас леди Сагра. Вот где я прыгаю на паладин холле. Поставил, попадает, поесть пока стоит. С одной стороны, да, выходит. А на перефазе с одной, да? На второй фазе. Да. Маг бахнет тут. А, можно прото по паладинам бросить. Эй, слышь, печатная машина, давай рель, блядь. Чё стоим? Кто на боссе на второй фазе? Кто? Много. Мудак. Пошел поднимать мишку, блядь. Поднял нас. Охуенно встал. Справа от металла выходит. Мысль не выйдет. Дух в Мелизоне. Тротти, Вара, ПП. Спасибо, блядь. Да хуя.
ты их определил, да, просто? А чё там с пулями мобов, и мы хуй телепередим. Бежим на липку. Это лифтом раздавило, что? Тех мобов на входе не били, наверное? Не, АДК долбоёб нашелся, который ударил, да? Молодец. Войт надо убивать тот трэш на входе, потому что его напродамажили. На входе убейте трэш. Да все, комбо респаун. И не можешь сесть на маунт. Чё, кто на корабле? Можно на корабле? Че он куда ушел? Обосрался? Воспряньте, сыны и дочери Орды. Вас ничего не искал, может, обосрался. А мне как договорить? Надо, блин, а маг убить, можно было? Пацаны, я обосрался. Спасибо. Это чувак говорил там, сраки родить нельзя, погодить. В курсе? Войт вагон. Вот топалы не дамажат. В смысле не танчат. Все на палубу. Сейчас вы ответите перед Солфангом. Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Орде тут делать нечего. Пехота, сержанты, бой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки.
ты пати на фул собрал, да? Там у конта, если все зависло. В армсе? Он на сложных боссах будет бегаться. Там. Походу, да? Где много прошибают. А чё, не Форика? Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Мортирщики, заряжай, оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Альянс повержен, вперед! Короля людей! Там танк вылетел, нет? Нет, я зайду, мне просто, блядь, сундук. Сундук не открывайте туда, да, все. Да, медведь там, да, это здесь. Да. Фига ты рофлишь козырно вообще, блядь. Ешку 174-го вывел. Вот рок, если был бы рок, ты, блядь. Да-да. О, топор мой упал, да? Это 1.5. На ханта, наверное, да? Зачем я на ДК-шку своего заберу? 1.5? На ДК? А, нет. Успокойся, на ДК 1.5 скоро. Вообще похуй, хоть 0.5. Как ты на ДК заберешь, если ты на ханте? На ДК я, блядь. На ДК? Да. Можешь на магии хуево снять.
секунду отвлекли, минутку. Так, ну, чек. Кирс Бичамба очнулся, да? Не, я по хиле. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Или сделай вид. Я, короче, тупо на метке постою, да? Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать... Метки уберите, пожалуйста, с ДКШ. Да вон слёд стоял сзади. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Бери, пожалуйста, метки за ДКшек, чтобы тут 500 именно. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через тёмный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно имя короля Лича? Забери. Сейчас на мне будет метка постоянно. Забирай. Заебись, Кирс, да, когда пол рейда не может дамажить и на второй буст выходишь? Мы в нашем целка 25 хм на прошлой неделе. У него просто с первого бурста бы 23к ДПС был бы. Второй буст поймал. В нашем рейде я 2 раза паладином ударил на этом КД. Я не успеваю в нашем рейде второй раз буст сделать в хм. Ну, я успел. Ты не буст просто тыкать 2 раза прожал, раньше не мог. Ни на одном КД не. Вот сейчас ты успел прожать, правильно? Нет, в
блядь, в ХМ, я тебе говорю. А, нихуя я там не успел. Две прожимки ты, блядь, тебе успел дать на А чё выпало-то с этой хуеты? Наруч. А, этот, тринкеты выпали на меня? Да не, я имею в виду этот, печенька. А почему вообще я лут не видел? И чё у меня всегда высвечивался? Печенька на друида была? Тебя рядом не было. Если рядом нету, ты не видишь, что поупало. Тут же кровь никому не надо, да? Я Андрон заберу, но... Да я шучу. Че там, какой средний ДПС? Ну, кто вот лучше, чем в тот раз? Танк, он 5к дает, а так 8. В тот это ты про который раз? Где один пук, ты ЛК закрыл, в смысле, с нами? Да, да, да. Когда мы 15 пугов поменяли. Хорошо сыграли. Нацидит. А в чем мы почти всех поменяли на гильдей? Ой, блядь. Ну, блядь, лука я никогда не забуду. Это стакает у меня? Это убивает джангу. Ну, стак и это кидает. Да, смертельно рано все видно. Следующий гнев нажмите паладин в следующий хуй. Копеек. А чё я сейчас точно скажу? Мне? Короче, не отмазались. Бонни сдох, несмотря на что адов не призывает. Она 30% КП оставляет. Но она не убивает.
Авары, блядь, и накилятся, блядь. Друиды ебошат нас. Забегони. Сейчас получите! 18700 ты дал. Большого объем нет? Сейчас? Сейчас? Что ты на ручи не хочешь пароли? Сколько 6 стаков, да? Это челик сапрот подогнал. Ну ты я дал. Это. Пец. Нужно мастера поражать, почему? После выдоха мне забрать, да, у него? Веста не было, мы не просыкаем. А, это вдох, да, был? Это был не вдох.
там до берсы 2 минуты должно успеть, понятно. Да, да. Не надо, Гер. Так добьем. Вагон. Да, блядь, шторы ко мне подошел. Я на своем месте как был, так и был. Кидай мне кровь. Это повод скачать. Там осколок. Король. Дай ему тировоид. Войт, ты профа хочешь сразу или потом? Все, я забрал, Войт. Че там вести под боссом стоят? Пал вылетел, что ли, или че? Я не это. У меня мышка, я кнопка и бьется, я никак не могу съездить. Я на Джане сдох, то ты думаешь, почему? Я прав. Старик, на рыбу поешь, я тебе дам. Ради тебя тут. У меня правая кнопка мышки плохо нажимается. Сзади старик рыбу стоит. Да похуй, справлюсь. А народ, а че ты хвалом не остался? Вот мне тоже интересно. Котик, сладкий ротик. Я завтра тоже собирать буду, если что. Сладкий ротик. Это а Лена придумывала еще. Нашу обычку. Ну да. Че там, там же возле стола держат на обычке, по-моему, топ. А зачем он заходит? Ну одевал бы твина. А хотя у меня на вареник, да я ему шваром пойду. Что у нас в дюках?